ездила отдыхать, ну, не за границу, можно так сказать, скорее всего, это был сад, можно так сказать, и провела хорошо время с друзьями и побывала в замечательном городе, как Питер. Лето прошло очень активно, в основном мы проводили его на природе в выходные дни, то есть это у нас наш замечательный сад, где мы помогали бабушке по хозяйству. Мы с детьми усиленно готовились к школе, у нас старший ребенок первоклассник, в этом году пошел в школу, поэтому мы занимались, читали. Ну, все было закрыто, было не очень интересно летом, вот, ну и в принципе гуляла, и все. Книги начала читать, ну, часто, и рукоделием заниматься. Ездила купаться. Ну, гуляла с друзьями, и все. Работал, отдыхал, все. Ну, дома все сидели, куда ехать-то? Сейчас же этот коронавирус. На озера, может быть, ближайшие. Были, на озера ездили, на Верхний Выск ездили, отдыхали в лесу, куда еще деваться? Так, дом, сад, природа, все. Мы побывали на Чусовой, побывали на Уильды, в Челябинской области, на озерах. Сейчас вот мы в Тагиле отдыхаем. Жаркое лето очень было. Нам понравилось. К бабушке в деревню ездили. В Москву. Ничего, отдыхали. Работа, дом, что еще основное может быть? Купались. Купались. Обычное лето, стандартное. Обычное лето, стандартное. Ездил в отпуск, побывал много где. В принципе, только позитивные у меня воспоминания о этом лете. Лето аномально жаркое выдалось в этом году. Претензий не имею никаких.